Привет, друзья! Сегодня среда, значит, Террария, Максим, Дима, Помидорка из решетки, Брэдинг. Рада вас видеть с нами вместе на продолжение этого путешествия. Привет, Макс! Всем привет, друзья! В понедельник мы тут завершили на этом самом месте. Собираемся спускаться дальше вниз. Иди сюда, я тебе дам сердечко. Давай, я и забыл про него. Кристалл жизни. Вот, все, теперь по здоровью мы равны, по 140 хпшки у каждого. Супер. Нужно будет одеваться в серебро, full set. Угу. Ну и находить демонитовую руду. По сути, он там внизу еще серебро, здесь еще железо. Я так думаю, совсем скоро у нас уже будет добываться железо и медь даже. Ну, то есть медь и даже железо для того, чтобы продавать. О, еще одна статуя, смотри. Только непонятно, это статуя какого-то героя. А, есть артефакт, по-моему. О, а здесь это драгоценный камень. То ли артефакт, то ли еще что-то, который позволяет телепортироваться к мужским статуям и женским. Ого, ничего себе, даже так? Да, то есть вот это надо ставить, допустим, светится, домой. Видишь слева что-то? Да, но это корень, который светящийся. Mm. Светящееся растение. Вот, давай теорию проверим, там справа тоже. Давай попробуем прокопаться до этих пещер и посмотреть, есть ли там сундуки. И вообще что-нибудь полезное. Давай попробуем. Вот, эти статуи, по идее, служат, да, маячками для ТП. Не ТП зеркало. Зеркало вместо респауна, а там какое-то другое ТП идет. Угу. Так, я проверю вот эту штучку. Да блин. Факелами пытаюсь что-то сделать. Справа тоже там что-то маячит. Так, ну тут у нас что? Семена мерцающего, серебряные монеты, медные монеты и внизу что-то. Я хочу это кинуть. Там еще семена мерцающего, здесь вода, да. В общем, ничего прикольного. С этой стороны нет, может чуть выше, но задницу. Выше там уже я вижу наши факела. Серебро, это круто. Да, много, кстати, тоже серебра. А я не решился туда прыгать вниз. Почему? Тут вода. Не знаю. Что-то я зачковал ее. Не очкуй. Кстати, возьми этот, как его. Вот рядом со мной стоит, смотри. Зелье света. Сейчас возьмем. О, а здесь демонит. Ничего себе, блин. Или это что? Нет, это каменный блок. А теперь смотри сюда. Казалось, что... Ты там смотри, там песок, ты воздушный карман не сразу сделаешь. Так, у меня двойной прыжок, я могу вот так, хоп. Ну так, ну да. Тем более песок, он копается не с одного удара. Ага. Ой, меня песок бьет. Сейчас я зато столько песка наберу. Ну, собственно, он нам тоже нужен для стекол, для бутылочек, для зелья. Так, я посмотрю еще дальше. Хорлобысь. Золото. Да ладно. Там, где ты кинул палку, там слева. Понятно. Сейчас будем воу. Избавляться от воды. А здесь что? Да поставь ты факел, а. Так, еще куча меди. Это не прикольно. Чё тебе там бьёт? Да, песок надоел уже. На голову падает. Ну. Так, а здесь мы уже били. Здесь уже стоят факела. Ах, ты издеваешься надо мной. Песок? Ну, злой рок. Да ёлпал! Не подохни, смотри. Иду к золоту. Ух ты, ты глянь. Нифига себе классно. Только спуск прямо вниз. Блин. Паршиво. Нет, не успею. Давай назад быстрее. Так. Оп, все, пошел копать золото. Вот его тут много. А под водой же сложнее копается, да? Ну, хрен узнать, я не замечаю, по крайней мере, по земле не замечаю. Здесь под водой очень много, я вижу. Серебра. Дыхание. Очень большая оп. Жила серебра. Оп. Опять. Вижу. Сейчас я золото докопаю, пойду тебе помогать. Так. Там внизу еще пещера и демонит, вижу. Серебра уже не хватает места, чтобы серебро положить. Да. Че, выкидывать? Семена грибов выкидывать. Так,
Стак серебряной руды есть. И демонит, я вижу, 3 штучки еще. Супер, мне кажется, нам хватит. Хотя, нет, точно, я забыл. Это только руда. Это только руда. Так, все, выпрыгнул оттуда. Я один раз, когда на английском языке матюгнулся вот так вот. Фак, фак. Просто мне учитель сказал: что? А ну повтори. Я такой: фак. Она такая: о боже, я знаю английский. А ты не смей материться. Да-да-да, и 2 мне поставил. Так, не копая землю вправо, я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы... Во, вот сюда, вот давай сюда. Я и хотел тоже... Блин, факела. Да-да-да, это чудо-шифт. Чудо-чудо-шифт. Это тоже еще один товар из нашего магазина. Чудо-шифт. Чудо-шифт. Поставить факела даже там, где это не нужно. Смотри, как землю так просто. Да, один удар и все. Так, теперь направо немножко. И внизу, кстати, еще дырка какая-то вижу. Угу, я вот сейчас поставлю хоть свет, это ничего-то не видно. Вот так бы шахтеры наши, да, в жизни тоже копали. Ага. И максимум, чтобы им грозило, это слизняки. Долетающие мыши. Так, свет. Поставил, да? Да, да. Демонит, демонит рядом. Только просто в этом, что ли? Чисто в окружении земли и камня? Да, да. Я думал, там может какие-то... Ого, началось. А наверху, кстати, железо я пока скопаю. Просто типа золотая офигеть. Кирка дальше бьет. Да? Да, я вот отсюда могу копать, смотри. Или нет. И мне показалось. Так, прикольно по земле херачить. Я не знаю даже почему. Но это прикольно. Слева пещерка вижу, мне... бы очень хотелось найти еще сундук с какими-нибудь полезностями. Я просто буду вынужден тебе тогда предложить, если мы сейчас ничего полезного не найдем, опять где-нибудь в пятничную серию или в следующий понедельник отправиться на поиски верхних островов воздушных. Просто вверх будем строить? Да, там нужно будет построить вверх, я не помню на какую высоту, но периодически будем уходить в стороны, чтобы найти эти острова. Ой-ой-ой. Ой, ловушка. Давай, уничтожаем. На нее уже наступил, по сути. Ловушка с дротиком. Вот, и там каждый остров наполнен, ну, во-первых, новыми мобами, во-вторых, там по-любому есть сундуки. 100%. Это вообще отлично, так я пока с слизняками подерусь. Оп. Оп. Ой, вас тут так много, еще один красный. Давай на меня, давай. У меня, кстати, здесь опять серебро. Мы реально будем сейчас при серебре. Оборотни будут страшиться, или по мифологии сериала «Настоящая кровь» вампиры будут нас страшиться. О, смотри, короче, в воде просто железный блок, а железная руда точно лежит. А, здесь не допрыгнул. Тоже, кстати, в окружении серебра было еще и железо. Да, сейчас ой-ой-ой. Допрыгну. Оп, допрыгнул, красавчик. На-н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 а. Внизу еще одна пещера. Че там слева? Потому что у меня пока ничего прикольного. Проходы. Золото и медь. Причем золота довольно-таки много. Так что я сейчас откопаю рядом. Надо взять землю сюда, поставить. О, меди, хренища. Медных монет, в смысле. Мне вот интересно. Почему не сделали реально чеканку? Было бы читерно на самом деле, но все равно. То есть из золотой руды, допустим, начеканить себе золотых монет. Ага. Вообще, да, кстати. И серебра этот, из меди этот. Да не читерство, я тебе скажу. И не, просто ну, сейчас, золото. Ну, потерялся бы смысл фарма золота, конечно, но все равно. О, червяк. Слышишь? Да, он у меня тут, я его даже вижу. И он тебя даже бьет. Как ну, меня давай, сейчас давай, бьет. Давай, сюда. Оп, все. Все? Нет, еще один. У них тут. У них тут пати-хат. Ну. Пати-хат.
Блин, теперь на золото места нету. Кстати, я тебе облако бутылки так и не дал. Святого меня выкину. Так, облако бутылки, которое... Которое, это как его, увеличивает урон. Уйон, уйон, уйон. Так, я... А, у меня места нету. А, выкидывай всякое барахло, какие там, цветочки, херочки, ловушки. Продам. Продам ловушку кротиком, продам. Ну да, разве что. На продажу дорогие вещи можно оставить. Иду к тебе, короче. Угу. Тут пока я ничего еще стоящего не нашел. На, деньги. Нормальное это облако в бутылке. Давай. А мне места нет. Ну, а, то, сейчас упадет. То кидай мне. Что то? Ту бутылку. Обычную. На эту забирай. Подогай, погоди, сейчас вообще не соображаю. Что-нибудь да, выкидывай, бирай эту. А, блин, она все равно у тебя в инвентаре лежит, так что можешь у себя оставить, да, тебе все равно придется что-нибудь выкинуть. А, ну ты выпил, все нормально, короче. Она да, тебе почти... плюс 2% урона добавит. Угу, сейчас я закину ее. А нельзя. Че нельзя? То есть либо двойной прыжок, либо это, да? Нет, эта бутылка тоже добавляет поменять. Прыжок, да, да, только она еще и бонус дает. Все, понял, вот. Поменял. Как у меня мана дает 20 штук. То есть двойной прыжок и мана. Тюм. Вот примерно с... Зараза, вот сейчас вот только вспоминаю. Примерно с такой же периодичностью, как мы находим вот эти бутыли с воздушным, с облаком. Облако в бутылке. Примерно так же мы, по-моему, находили тогда ранее зеркала. Просто они реально полезные. Нажал, и за 20 маны ты уже дома. А-а-а! Тут есть куда выкопаться. Отлично, я не умру. А сейчас вот еще вообще воды не будет, смотри. Да, она вся туда валится. И побивает, может, мобов всех. Если они там есть. О, сверху кто-то был. Там слизняк синий. Только слизняк. И здесь опять подъем наверх. Так, тут серебро есть. Под факелом прям, считай. Тут ничего. Ты накидал из светящих палочек и два факела поставил. Ну, говорю, ты чё? А, сейчас всё, блин. Эй, водичка потекла, потекла. Так, и наверху там бутылка какая-то. Так, то надо запрыгнуть сейчас. Оп, оп, под себя. О, ой, и так запрыгнул. И так запрыгнул, да. О, пещерка, стоящая какая-то. Блин, я по два факела ставлю случайно. О, песок, смотри, убей. И там вода оттуда потечет. А почему он падает, я не понял. А, я факел поставил. Черт. А. Да, е-мое. Еще один факел поставил. Так, тут эта штука. Блин, я тоже сейчас землю поставил, дурак. Земляной блок, серебряная медная монета, ничего интересного. Серебряная монета и серебро нашел. На, или я железо. Опять меди, до хрена. Нет, железо нашел. Железо очень много. Все, меди уже ложить некуда, выкидывать нечего. Особо оставлю место в задницу эту медь. Или если у тебя есть место, он справа. Есть немножко. О, червяк, иди сюда. Ну, козел. Ну, возвращайся, давай. Я тебя жду. Все, и убежал. Давайте сундук какой-нибудь нужен. Здесь же до хрена всяких бочек, херочек. Ну, сейчас к нам червячок пойдет. А, я чуть не упал. Все, я пошел руду соберу. Ага. Есть у меня еще место. У меня еще местом есть. Так, землю. Давайте сундук. Ну я чувствую, сейчас будет. Здесь очень много этих бочек, кувшинов. И, а вот сюда я не запрыгнул. Ты через эту сторону прыгал, значит, да. Тут ну, только песок. И ни хрена пока. Да я вот тоже смотрю ни одного золото сундука только. Вообще. И меди дофига вообще. Да, меди здесь прям куча. Железо. Да, блин. Еще меди.
Опять. Вот, смотри, какая тут жила меди. Офигеть. Ну, получается, из меди можно будет делать всякую штучку и продавать потом. Ну да. Подороже. У меня уже меди вообще дофига. Так, вот вода аккуратно надо. Так, еще кувшины. Аккуратно надо копать. Сундук есть. Да. Я же говорил. Я же говорил. Он под водой. Все равно. О. Это что, ловушка сейчас какая-то была? Или почему сейчас так просвет узкий такой? Сундуки. Статуя ангела. 14 железных слитков. И что это делает, интересно? Тоже статуя. Маленькое лечебное зелье. 20 факелов. Да, статуя ангела. Нахрена она нужна? Во-во. И о том же. Так, я поднимаюсь наверх. Медь пропущу некоторую. Мне и так ее дофига. Возьму статую ангела. Обязательно. Блин. И вот то, что там есть слитки, я могу забрать. Я надеялся, что нибудь поприкольнее найти. Хотя, может быть, это что-то прикольное. Офигеть, тут, конечно, еще... О, что-то светится. А, это только корень мерцающий. Медь просто везде. Да-да-да, просто на каждом шагу. О, зелье скорости. Куда ты нашел? В сундуке пусто, да, ты просто все забрал. Красавчик. Ну, все, там банки с черным зельем, да, это как-то достаточно ангела. Так, я к тебе поднимаюсь. Тин-тири-тири-тири-тири. Хоп-хоп. О, пропустил железо. Не, ну это я уже целенаправленно пропускаю. Мажор, все дела. Да ладно, отговорки-то все. Не, честно, ладно, все, там еще справа до хрена пропустил. Ой-ой-ой, это что упало? Это козёл. Это этот. Слизняк, нихрена себе, не видел. В воде. Он же, не, по идее, не может в воде бить. Да, он не... Нет, он не может это как под воду опускаться. А вот на глади. А чтобы ему бить, ему надо просто докоснуться на нас. О, там еще один, иди сюда. Ударил меня, как ты посмел? И еще раз меня ударил. А-а-а. Иди сюда. Прыгай, ну запрыгивай уже, что такой долгий. В воздухе. Мне интересно, будет стакаться сундук или нет. Так, смотри, куда я сейчас пойду. Хоп. Да, оп, стакается. Два золотых сундука. Отлично. Наверх пошел. Ага. Что там прокопал есть здесь прикольного? Не знаю, сейчас посмотрим. Оп, вот так вот. Так, та сторона, к которой я пошел, там ничего нет. Читерство, читерство. Двойной прыжок — это, конечно, реальный чит. Прям не могу. Так, медная монета, серебряная монета. О, еще одну статую нашел. И что-то светящееся нашел. О, все, статуя сердечек у нас есть. Отлично. Статуя сердца еще... и статуя топора какого-то. Опа. Места нету. Алтарь. Не помню, сейчас как это называется. Туда. Справа вверху. Да, статуя топора. Будем топора копать. Еще один сундук, кстати. А я вот таких много штук находил под землей, что они такие делают? Их надо разбивать нахрен. Я не помню, а я их дает просто пробегал. Ну что-то они дают. Так, ну в обычных сундуках ничего особенного нету. Факела, светящиеся палочки. На тебе, кстати, 43 еще светящихся палочек. Давай. Кидай куда-нибудь, я сейчас их подниму. А, ладно. Шпонг. Так, что тут еще? У тебя есть место на гранату и медный слиток? Четыре медных слитка тут. Нет. Медный слиток нет. Точно, погоди, сейчас я освобожу. Я бы освободил. А тут есть что? Стеклянная стена, вот. Хотя она нужна. Паутину вот я скину. Взял семена цветка дня. Ты же не в той стороне идешь, у нас алтарь с той стороны. Ну да, я хочу посмотреть просто, что здесь наверху. Может, будет еще какой-то сундук. Так, тут землю ставить надо. Сюрикен все, наверху, нашел. Наверху поверхность уже. Ну да, я вот тут, то, что трава была. Пойдем копать к этой штуке. Сейчас кувшины насобираю. Надо найти просто место, с какого будет нам удобнее копать. Вот с этого, наверное. Сундук.
какой обычный. Сундук внутри, деревянный бумеранг, еще 7 медных слитков, зелье света, зелье лекарства, 20 серебряных монет. Ну, неплохой такой наборчик. Зелье света. У тебя есть он. Можешь взять здесь еще одно, чтобы стакалось. Что можно продать? Зубчервень это я оставлю. Ой, черт. Гриб. Нет, оставлю. Хотя можно будет насобирать, конечно. Блин, продать его. Ну что нам делать с этим алтарем? Давай, я тебя жду. Чем его разбивать? Зелье охотника. Что будет дороже, интересно, зелье охотника или бумеранг? Фиг его знает, честное слово. У тебя есть место? А, вот деревянная стена. А он дерется. Слушай, его когда бьешь, он дерется. Да, не бей его, подожди. Ты его молотом бил? Угу. У нас какие молоты? У нас обычный деревянный. А, нет, уже железный, по-моему, молот. Тут еще один сундук. Еще, подожди. Сейчас приду. У нас железный, да? А, этот сундук уже чистый. Уже на поверхности, который был. Попробуй его с этого, с бумеранга пофигачить. Не-не-не, его молотом надо. Так вот я не помню, каким. А, то есть определенным еще молотом. По-моему, да. А я могу ошибаться, конечно. А бомба есть? Ну, это все-таки посредственные... Посредственные воспоминания. Воспоминания, да. Ну, такие, в принципе, смотри, знаешь, вроде помню, а вроде как и нет. Поднялись как раз к концу серии прям. Давай, а много? Не знаю, я вот этим обычным железным бил, и... Ничего, он меня бьет. Ну да, вот shift на него, а это молот. Нормально, причем бьет. И по 60, да, то есть, не знаю, сколько нужно. Как он называется? Короче, вот эту штуку надо запомнить, сюда прийти. Из демонита можно попробовать как раз сделать этот молот демонитовый. И разбивать эти штуки такие. И попытаться разбить с помощью него. Из этих штук, по-моему, что-то огнестрельное выпадает. Выпадало раньше. А, и есть, значит, огнестрельное. И, по-моему, если три штуки сделать, если три штуки разбить, то босс это вызовется. И это, опять-таки, все сомнительные воспоминания. То есть, что-то такое подобное припоминаю, но точно не могу сказать. Здесь у нас подъем наверх, и интересно, как далеко мы от дома. Ну, в любом случае, мы на поверхности будем, так что направо просто, и до дома, все. Главное, там ориентир какой-нибудь поставить, чтобы потом легко это место найти. Я его сейчас делаю. Так, в сумме я насобирал, короче, один золотой монет. Один золотой монет, а я монет мало собрал. Вообще, очень мало. Там даже одной золотой не выходит. И половины, наверное, даже не выходит. Медь, чушь, кувшин. Ставим. Пофиг на него. И, кстати, вечереет. Надо успеть до дома. До дома добежать. Блин, вот пытаюсь прокопать свою память на предмет этого алтаря, или как его там называется. Ничего не всплывает, надо бы залезть. Я говорю, я таких вот много видел в той вот штуке, да, где да, я да. там... Да-да-да, они в искажении обычно внизу. То есть искажения на ямы делятся, вниз ямы идут, и вот они там обычно. Даже странно, что этот здесь расположен. Если может, что-то. Значит, рядом что-то. А, ну вот наш дом уже. И мы дома! Ну, сейчас... На гору забираюсь, а внизу так все прокапано, все освещено. Прикольно. Уже все тут изучили. Так, я пока поскидываю деньги. 31. Блин, не хватает одной серебряной. А, вот теперь она и будет сейчас одна серебряная. Сделаем одну серебряную, получается 100. А из этих 100 серебряных делаем одну золотую. Отлично, 7 золотых уже. Ей. Ну, недалеко, кстати, от дома, действительно. Угу. Так, и... Пойду попродаю... А, статуи. Пока статуи пораставляю. Куда их ставить? Ну, в эту сторону. Ох, отойди. Сильно грибов не кинул. Такой у нас набор этих статуй здесь. И сюда можно еще место есть. Я сказал, можно, есть. Можно будет потом придумать, че, куда их запихнуть вообще. Ну смотри, гоблинов статуи, это, короче, тоже подключаешь, и оттуда гоблины идут тоже фармиться, типа там собирать что-то можно с них.
А, волну гоблинов, эти нашествие гоблинов вызываешь, типа. Да. Что-то типа того. Каска шахтера 8 золота, офигеть. Так, да, у меня 7. А, не, у меня 8. Так, у меня. Сейчас скажу, ну. Не, пока 7. Сейчас я попродаю еще все. Лежит ловушка там. 20 серебра стоит. На 8 я не продаю. Не продавал еще ничего, получается. Так, зелье света у меня оставлю себе. Сюрикены будет 5 серебра и 8 меди, нет. Мертвая трава. Ого. Жабла, дешево. Железных слитков уже стак с лишним. Ну и сначала нужно мне тоже сделать, кстати. Все время забываю, поэтому. Так, все, слитки пошли. Медные слитки. Очень много. Кстати, получилось. Я говорил о том, что что-нибудь придумаю с этим, как он, с аметистом. Я посмотрел, там нужно 10 любого драгоценного камня. И какая-то руда, не помню какая, то ли метеоритовая, то ли адамантиевая, то ли еще какая-то. И получится лазерный меч такой, как в Звездных войнах. Да. О, прям жажду его. Тоже то так-то сделать. У нас получается уже 9 топазов и 19 ашеметистов. То есть, по сути, уже почти на 2 хватит. Но нету этого самого важного. Чё, той сейчас сделаем уже себе сет брони. Да, можно прямо сейчас. Сейчас я все распродаю, все, что нужно. Шелк, да, еще сделаю. Шелк 13 штук. А куда ты его денешь? Я не знаю, пока пусть копится. Давай тебе скину тогда. Он там лежит. У меня он тоже за место занимает. Так. И второй сундук надо будет придумать, куда поставить. О, топаз я, оказывается, нашел, пока гулял. Так, железная руда, это остатки. Так. Паутина не продается, отлично. Ну, плевать, пофиг, все равно. Избавлю все равно забирай. Да, и камень, да, забирай, стак. А, тоже не продается. Так, деревянный бумеранг, 10 серебра, лови. Метательный нож тебе нужен? 12 урона дальнего боя, 5% шанс критического урона. А он довольно мощный. Ну, мне это не надо, точно. Так это же дальнее оружие. Остатки пораспродаем. Но у меня просто уже много сюрикены, получается, есть и лук. Ну, смотри, сюрикены 10 урона и 5 крита, а метательный нож 12 урона и 5 крита. А, ну, скинь тогда мне, давай. Их 44 аж. Так, я мерцающий корень пока еще продам. А, сюрикены я продам тогда сам. Или тебе дать 114 у меня. Давай сюрикены мне, у меня будет как раз копиться все. Отлично. Так, я тебе могу еще духовое ружье дать, и 181 семя на него. Но он 10 урона, зато 8% шанс крита, плюс 11% нанесения урона, 3% шанс нанесения крита и 10% к отбрасыванию. В общем, нормальная такая пушка. Угу. Ну, сейчас я спущусь. Так. Пока с семенами разберусь. Сюрикены, метательные ножи уберу все это, кожу вниз. И еще-то хотел... А, поменять монеты, точно. Так, у меня 8 золота тоже есть, если что. 34. Сделать еще 35. Семена грибов тоже сюда положу. Так, зелье охотника, зелье света. Лечебное зелье я все тоже разложу сейчас. Вот эти зелья. Смотри, я понаделал зелья, у меня 30 их штук. 30 это стак зелья, короче, 39 сделал. Они разделились на два стака, 1 30, 1 9. Ну как ты сделал? То я стою вот возле этого, мне ничего нельзя сделать. Нужно, чтобы было бутылка, гель и гриб обычный. Тогда будет как бы маленькое лечебное зелье. И бутылка, гель и светящийся гриб. Ну, или примерно понял, так. Да. И будет лечебное зелье, которое 100 единиц устанавливает. На тебе 9 пока. Давай. Вот так. Оп. Спасибо. Так. Че еще? А, на тебе духовое ружье. Во-во-во, точно. Давай кидай. И на тебе 181 семя я собирал. Его вправо кидаешь, там, где стрелы. Да знаю, да, там где патроны. Оп, где-то там звезда справа упала. Звезда шарахнулась, да. Так. Куда нам с тобой ставить еще сундуки? Мне вот интересно. А семя само ушло вправо, кстати. Так, вот только я теперь не могу духовую... А, вот оно, нашел шестерка. Ну-ка попробуем стрелять. Пью! Пью! Неплохо. Так.
где-то здесь рядом. Пойду я проверю в эту сторону. Да, сюда упало. Меня не подвело чутье. Быстрее, быстрее. Оп. А, то есть семя собирается вообще с ничего, с травы, да? Да, 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 траву. Хреначишь, оттуда семя выпадает. Тебе нужно еще один золотой сундук? Нужен? А давай. Лови. Так, что у нас здесь, значит? Блин, камни, драгоценности. Все, вправо тогда буду сунуть. Еще одна звезда шарахнулась. Еще. Две, по-моему, даже. По-моему, даже две. Так, а сюда я семена буду скидывать. Это я понял. Кожу сюда скину, стеклянную стену. Светящиеся грибы, это я оставлю себе. Железный топор оставлю. Зелье света оставлю. Это все оставлю, оставлю. Жало скину. Мертвую землю и семена цветка дня. О, как сразу много места то у меня, а? Угу. Офигеть. Вон, звезда еще одна упала прям рядом. Быстрее, быстрее, быстрее. Да, кролики, не мешайтесь. Бах. Так. Сколько я еще звезд собрал? Еще две. В итоге у меня 8 звезд еще. Отлично. Отлично. А сколько у тебя маны уже? Да маны только одна звездочка пока. Угу. Так, серебро я с собой сейчас беру. Будем делать сеты, я тебе скину. Да. Сейчас. Держи. Сейчас, 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 сейчас. 26 там вроде слитков тебе дал. Много. Довольно-таки. Хотя у тебя больше? Да нет. Я больше сейчас наделаю, просто 37 получилось. Так. Угу. И в итоге у нас 63 серебра. Сейчас. Давай сначала вот одежку, да, вот эту вот. Мне. А, и у меня еще здесь 17 серебряных слитков. Нет, я туда и взял. Что я хотел сделать? Я хотел сюда скинуть что? Серебряную руду. Так, давайте золотой слиток сюда, железо сюда, и слиток сюда. Железных уже второй стак набивается там, получается. Нифига себе, у меня меньше. У меня железных 36 всего слитков. У меня 99,1 и 30 уже второй стак. Ну, ты, значит, не тратил железо. Ну, так да, на что? Нет, ну я ж потратил на это, на инструменты, они же железные у нас. Вот и все, больше не тратил. Железные эти не делал. Что-то я хотел еще сделать. Что я хотел? А, проверить, демонит, он здесь выплавляется или в какой-то другой печи? Он здесь. Демонитовый слиток делается, один слиток из четырех руды. Да, это получается у нас, собственно, три демонитовых слитка всего лишь. Ну, то есть из 12 я наделал всего лишь три слитка. Угу. Да, дерьмовенько. Дерьмовенько. Ой, еще линза выпала. И еще звезду нашел. Давай уже туда. Закончим. Сейчас. И сет тогда сделаем так. Уже в следующей серии. А я уже начал делать, собственно. А, ну давай. Серебряная кольчуга. Лови. Сейчас. Звезду у тебя положу. Штаны, да? Так, штаны. Себе так. Штаны из ботинки. Ботинки это, короче, штанов это тут нет, это только ботинки. Да. Так, на сет. Ой, ну в смысле, грудь. Mm-hmm. Так, серебряные ботинки себе. И две шапки. Это нам нужно. Это нам не хватает еще 15 серебряных слитков на две шапки. Черт. Обидно. То есть на одну шапку хватит. Mm-hmm. Брони уже намного больше. Пойду пока продам этому чуваку. Медную броню. Смотри. О, классно. Ну, я буду с очками все равно. Короче, нам нужно 15 серебряных слитков еще, чтобы тебе шапочку сделать. Угу, понятно. Будем собирать. Ну все. Мы приоделись. Погоди. А я продать линзу скину. Линза. Выпавшая линза. Спанги, медный шлем. Че еще хотел сделать? Что-то же еще хотел сделать. А, зуб червя, нахрена он нужен? Он у нас здесь есть? Посмотри, посмотри. Нет, здесь нету. Где гид? Гид. А, гид, иди сюда. Крафт. Зуб червя. Так, значит, зуб червя нужен, чтобы нечестивую стрелу сделать. 8 урона дальнего боя. 5% критического урона. Очень слабый эффект отбрасывания. 3 стрелы делается из 3 обычных стрел и 1 зуба червя.
Ага, ничего себе. И есть еще зелье шипов, атакующие также получают урон. Угу, то есть они вот пару таких нападают, есть. Это как Blackmail в доте. В доте, да. Да, тут нужна мертвая трава, кактус, зуб червя и жало. Ну, в принципе, зельеварением я не очень хочу заниматься, кроме там лечебного и маны. Ну да, вот. А вот маны. Нечестивые стрелы я тебе могу понаделать, в принципе. Ну это уже потом. А прям сейчас могу. Луком я пока не особо пользуюсь. Ты зуб червя скинул мне. Где? Кидай. 6 штук. Где? Вот они. Е-е-е. Я просто прямо сейчас хочу со всем этим закончить и пойти уже в следующей серии наверх. Реально. На, 18 стрел. Мощные стрелы. Так, стрела Джестера. 9 урона дальнего боя. Теперь, по идее, точно все, да? Угу. Звезда тут. Бутылочки нафиг нужны. Серебряный слиток сюда. Сюда. Порошок здесь, светящаяся пыль тут, гриб тут, гель тут. Все хорошо? Все хорошо. Все отлично просто. Все, на этом можно закончить. И да? Давай реально в следующей серии поднимемся наверх, попробуем. Ну так и сделал, я уже приготовился. И я как раз проверю, прочитаю про тот алтарь. Все, друзья, ага. Увидимся в следующей серии. До пятницы, всем спасибо, всем пока. Аривидерчи, друзья.